Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Тхевит и Evil White. Ни хрен пойми, как оно там. Английский не знаю, поэтому. Так, сначала управление. Вот так, управление сделали. Загрузить игру. Так. В когтях чудовищ. Конечно. Да, у меня конфуз вышел, записи начал записывать. И так получилось, что опять темный экран записался. Но это же все мелочи. И получается так, что я прошел игру. Я сейчас опять буду проходить. Так, минутку. Лечебница. Да, несколько лет назад Лесли здесь лечился. Он пришел сюда, думая, что здесь будет в безопасности. Вы знаете, где мы? Впереди лечебница, которой заведует мой брат. Он нас впустит. Вы не ответили на вопрос. Если честно, я не знаю. Может быть, я схожу с ума, а вы просто галлюцинация. Но я еще не дошел до того состояния, когда смогу бросить своего пациента. И вы, как служитель закона, должны мне помочь. А, надеюсь, его брат не такой придурок. Не дал. Должен. Пошел ты в жопу. Там что-то двигалось. Я знаю, что где что двигалось. Давай. Вот так. Собираем. У него, кстати, был топор в голове. Тут я не знаю, был, нет. Сейчас не видел. Так. Бомба. Обезвредили. Берем все. Кстати, так, это я знаю. Делаем вот это вот так. Все, порядочек. Так. Все. Ладушки, так у нас какое заряжено? Нам надо, нет, нам надо не этот. Вот этот вот. Так, господи, я тут нажимаю. Все взяли. Вот, нет, вот он стрелаж. Фрагмент. Это какой, кстати? Вот он. Использовать. Так, это что у нас сделать? Будет огонь и так. А, информация. Снаряд для арбалета огонь ослепляет врагов. Яркая вспышка ослепляет. Ага. Это не очень. Все понятненько. Так. Где ты? Тут у нас ничего такого нету. Единственное, что сейчас собирать, особо будем заниматься. Давай, выпрыгивай быстрее. Че ты орешь? Вот так. Так, тут у нас никого нету, так что не бойтесь. У нас в другом прикол будет. Мы должны найти моего пациента Лесли. Да я заткнись ты. Должен, ищи. Я тебе ничего не должен. Блин, я только что прошел, вот буквально, ну, единственное, да, чё. Так. Тут вот два пути.
Заткнись. Вот. Один из них. Что же здесь произошло? Мой, нам вот сюда надо. Потихонечку. Снимаем. Где ты? Вот он. Вот и все. Так, что мы с него поимеем что-нибудь? Все, можем включать. Так, для дробовика нам еще рано. Сейчас вниз спустимся и там уже. Так, тут у нас ничего нет. Опа, опять вспышка. Надо идти. Подожди, ты идти. Нет. Вот так. Берем. Вот сундучок. Тихо, тихо. А, успокойтесь. Сначала сюда заглянем. Доктор уже здесь. Доктор уже здесь. А он там, господи, чешется ведь. Что мне сейчас надо будет? Мне надо будет сейчас переделать вот так вот. Тихо, тихо. И вот так. Тихо, тихо. Успокойтесь. Нет, док, не надо. Валерио, это я. Добрый доктор уже здесь. Это мой брат Валерио. Он раньше лечил Лесли. Да. Снимаем. А сейчас надо его хреначить. Нажим все. Эй, что вы делаете? Сейчас посмотрите, повернется. А да. Все посмотрите, как бошку расчесал. Бам! Да. Воспоминания о минувшей боли. Календарь с тобой перевернули. Так дальше вправо. В общем, Игорь Тальпов это. Ну, по-моему, это он поет. Смотрите, чешет. Как чешется. Только какие надо иметь когти, чтобы расчесать себе. Попробуйте его. У вас ни хрена не получится. Чешется! Как чешется! Чешется как! Как он мог сделать это с Валерио? Так, нам надо вот сюда. Смотрим. Невероятно. И видим. Рувик не мог. Подожди. Давай. Краткое видео. Забираем ключ.
ничего страшного. Так, тут больше ничего мы не можем взять. Все, теперь ты понял, что твой брат с копыт дал. Ой, ладно, что с тобой делать? Так, наверху мы были. Это снаружи. Да. Да. Беги. Так. Не знаю, куда ты убежала, или... Первый раз я не сообразил так сразу сделать, да и не смог бы. Не знал, потому что... Потому тебя бросили в вагоне, ты там сгорела. Да, свинью. О, здесь я не был, кстати. Надо идти. Да подожди ты. Ладно. Пойдем. Так, читаем. Дневник Себастьяна Кастельноса, неважно. Майору сегодня чуть не убили. Так, в нее выстрелили подозреваемый, за которым мы гнались. К счастью, рядом был я, с ней все будет хорошо. Но когда я видел, как она истекает кровью, когда я думал, что так и не успею рассказать о своих чувствах, это было невыносимо. Кажется, она относится ко мне так же, как и я к ней. Нас точно что-то связывает, это против служебной инструкции, но я должен признаться ей в своих чувствах. Надеюсь, мне не придется об этом жалеть. Да уж надеюсь. Так. Так. Заходим. Смотрим краткое видео. Это все у нас идет по сюжету. А я даже не знаю, вот эту карту составляю или как. Так. Сейчас я открою какую-нибудь другую ячейку. А вот эту открою. Мне разницы нет никакой. Опа. В прошлый раз с этой стороны открыл, мне стрела выпала для арбалета. Так, теперь мы прокачаемся. Мне надо дробовик прокачать. Ой, убойность надо прокачать. Магазин надо прокачать. Давай, пошустрее, пожалуйста, пошустрее. Будь так любезен. Оружие, дробовик, так, множитель урон, конечно, емкость магазина, критическое попадание, так, емкость магазина, так, множитель урона, давай-ка еще разок, так, нет, емкость магазина, наверное, нет, нифига, арбалет у нас остается, время взведения, дальность. Что-то на этот раз больше что-то покачал. Время взведения вообще в расчет не беру. Так, множитель урон. Нормально. 16 тысяч надо. Скорострельность. Нет, время перезарядки. Емкость магазина. Вот емкость магазина мне, конечно. Да, 5. А, вот емкость магазина. Я на 6 прокачивал. Тут. Сейчас так. Надеюсь, это будет у меня не критично.
человек, как это может быть критично? Пойдем лучше небольшой ролик посмотрим. Это тоже будет по сюжету, так как она идет немножко психологически, все-таки ужастик. Поэтому без этого никуда. Ни туда и ни сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет, не туда, нет. Слышите? О, сейчас к этому телу пойдем. Нет, нет. Сначала до нее не туда, нет. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Да. Вот сюда заходим. Отпустите меня! Отпустите меня! Назад можно не смотреть, потому что там дверь исчезла. Хорошо, 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 хорошо. Сейчас мы его увидим. Хорошо, хорошо. Он хорошо, видит. Хорошо, хорошо. Вот он, этот пациент. Этот дебилушка. У вас скверный вид. Берегите себя. Ничего. Кстати, надо сохранить. Видите, у меня тут вот в когтях чудовищ. Сюда перепишу. Ладно. Так. Давай. Открывай, ждите. Все. Можно. Держивает. Не мог. У меня тут топорик оставался. Подобрал. Разнила. Заходим. Спасите! Да что такое с этим парнем? Если вы думаете его догнать, то у вас ничего не выйдет. Давай, открывай. Берем. Под лицу, все к лицу. Кстати. Вот так. Так. Ой, такой противный, кстати, будет такой немного сюжетец. Он пошел туда. Сначала сюда возьмем патроны дробовика. Патроны дробовика. Так, спички. Гарпун, гарпун, нет. Гарпун у меня. Кстати, по поводу гарпуна. Нет. Вот этот. Надо будет как-то спрятаться. Эта тварь меня чуть не убила в прошлый раз. Так. Так, так, что тут у нас? Там фотографии. Вот он, эта скотина. Спасите, здесь. Спасите, спасите. О, слава богу. Это я, доктор Хименес. Успокойся. Он невидимый, падла. Док, подождите. Кажется, кто-то идет. Вот он. Здесь что-то есть. Вот так. Так. Уже все? Как вы там? Собрал. Подожди. Как вы там? Нет, эти патроны я... Здесь смертельно опасно. Неужели тут нет безопасных мест? Я думаю... Похоже на то. Так, минутку. Не могу выбраться. Не могу выбраться. Нам нужно идти сюда.
Не могу убежать! Не могу убежать! Лучше бы лекарства были. Или патроны для дробовика. Так. Нет. Вот эта невидимая тварь, кстати, меня чуть не убила тогда. Так, ладно. Не помню. А, да. Лестницы нет. Лестница исчезла. Похоже, мы сходим с ума одновременно. Нет. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума! Сходим с ума! Сходим с ума! Нет, что там, колдует. О боже. А вот нет. Они, кстати, доктор знает вот этого Хермана. Рувик. А он смертельно опасен. Это ты. Я на лестнице пройти не мог Лесли. Долго, да пока кто не... ты такой? Нет. Случайно не получилось. Так, тут у меня все взято. И, что за... Идти надо, наоборот. Доктор? Лесли? Блять. Ну давай быстрее. Опа. Ничего страшного. Контрольная точка. Что здесь происходит? А. Здесь так маленько вот, как бы сказать, хрень происходит. Сначала он ее уводит. Так. Граната. Граната мне пригодится. Так, это мне тоже пригодится, но потом. Поджечь. Правильно, подожгу потом. Все потом, ух ты. Кстати, да, вот сюда потом залезть как-нибудь. Все пока что. Взял. Все. Ой, а я даже здесь не был. А, так я никуда не продвинулся, то-то я буду. Все понятно. Все ясненько, все понятненько. Ой. Так, я так думаю, что правильно вот отсюда надо действовать. Давай. Ну, потому что на этих не действует придурков. Так, я видно. Да тихо ты. Оп. Давай, я не знаю, сгорите вы там или не сгорите.
На! Пока неплохо иду. Так. Банк. Все, всех убил, блин. Какой лезть вниз? Давай, собирай эту жижу. Вот так. Так. Надеюсь, много я с вас взял. Давай, давай. Неплохо. Неплохой товар. Так, ты мне что дашь, толстый? Понятненько. Так. Я вот здесь масло еще поджигал. Вот. Что, целая граната была. Ха-ха. Так, ладно. Для начала сюда. Сейчас там мне пинать-то незачем. Так. Тоже какая-то ловушка, так и не знаю, где она сработала, конечно. Вот это я знаю, что взрывается. Так же, как и вы знаете, что она взрывается. Ну, дальше чуть полегче будет. Не знаете, что легко, конечно. Так, тут у нас просто идем вперед. В дверь мы зайти не можем, она вот справа. А сейчас бежи. Черт, нужно бежать. Вот эта тварь многорукая, многоногая, я даже не знаю как. Сейчас. Минутку. Ай-яй-яй. Так. Слазим. Вниз. Да нет. Так, вот здесь вот одну ловушку я успел разблокировать, кстати. Хотя... Чего тебе надо? Вот это я не успею уже разблокировать. Все. Едем. В этом теле ничего нет, я его сжигал уже. Ну и это еще не все. Так. Вот самое, что я напугался, это вот сейчас этот эпизод я напугался. Давай, беги. Беги, скорость, беги, вот он. Я думал, нет, раз, блин.
Вперед. Вперед. Фейл. Черт. Могло быть и хуже. И вот здесь вот, ребята, я долго парился, пока совершенно случайно не прошел. Так. Опа. Значит, в прошлый раз у меня патронов даже больше было. Так. Ой. Ну да, действительно, больше патронов было. Ничего. Ничего, ничего. Так. Вот. Его нельзя трогать. В него бесполезно стрелять. Ждем. Он поднимается потихоньку, смотрите, не спеша. И вот что я думал? Я думал, он сам упадет. Мы останемся, и хрен знает, как будет спускаться. Оказывается, это мы свалились. Мы не просто упали, упали прямо из стороны, да, на пол, да, на пол. В общем, вот так вот как-то. Так, первый раз, когда я что-то проходил, у меня ушел час. Сейчас сколько? 20 минут, что ли, ушло? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.